Всем привет, друзья! Всех рад видеть на канале. Значит, убрал я отсюда 50 литров. Посмотрите, это у нас не Z3 Flora. Из фитофильтра выросло. Вот. Это кустище невероятных размеров просто. Ну и я решил убрать отсюда 50 литров. Пересадил скоряли, слил, убрал его туда вниз. То есть, как бы и сюда разместил вот такой вот небольшого размера аквариум. Сейчас буду укладывать сюда землю. Создам здесь почву для выращивания эхинодорусов по типу, как в теплице. И всю эту воду сверху здесь фильтровать будет, опять же, вот этот же фильтр, для того, чтобы низе получала те же самые микро- и макроэлементы и росла себе свободно. Ну и солнце здесь светит вовсю. С открытым воздухом здесь будет много углекислоты для растений в сухой форме, а в воде они приживаются отлично. Итак, начнем укладывать. Так, друзья, получилось вот такое болотце. Вот такое вот. С вот такой вот фильтрацией посерединке. Ну, я не думаю, что он сильно тут фильтровать будет, но суть в том, чтобы вода циркулировала, это будет уже хорошо. И сюда мы сейчас будем высаживать срезанных где-то эхинодорусов, чтобы они некоторые с корнями, некоторые без, выпускали и начинали расти здесь. Вот так это все выглядит. И будем наблюдать за ним, за этим маленьким тепличным аквариумом. Итак, друзья, спустя 5 минут фильтр заглох и не справился, потому что слишком густая вода, тем более земля, впитывая воду, немножко становится более густая. И поэтому перешел к плану Б. Корни низей трифлоры переходят сюда. Здесь такое жиденькое состояние, как болотце, чтобы вы понимали. И, в принципе, питание здесь им будет уболтаться с горой, чтобы получать. Эта губка, которая смачивалась в фильтре, она теперь плавает здесь. Вот. И все, в принципе, корневища этого куста, они свободно вот так вот помещаются в водичку вместе с этой землей. Высадил, значит, я сюда, здесь листья большие, оцелот, получается, посадил. Вот он здесь, вот так вот будет. Они все равно отгниют и пропадут, а потом полезут новые в любом случае. Здесь леопард, ягуар, вернее, эхинодорус. Сюда на пробу посадил амазонский. Ну а там везде эхинодорус мраморный, который чаще всего у нас растет и пользуется спросом. Пока остальные все новые, которые пришли, они в водной среде разрастаются, пока разрастутся. Потом, может быть, со временем мы их сюда попробуем добавить. Ну а пока на этом вот, вот так вот все это будет с окна солнцем освещаться. И вот здесь вот эхинодорусики будут расти, плодоносить и размножаться. Вот так вот, друзья. Ну, а я всех рад был видеть на канале. Подписывайтесь, пишите комментарии. Всем пока!